Петр, здравствуйте. Петр, добрый день. Сегодняшний наш лекториум посвящен выдающемуся композитору Александру Николаевичу Скрябину. И мы знаем, что вот его музыку, в отличие от музыки Рахманинова, с которым они вместе учились у одного педагога, понимали далеко не все, да, и при его жизни, и в наши дни. Петр, как вы считаете, творчество Скрябина укладывается в понятие «русская музыка» или нет? Ну, это вечный такой философский вопрос. Насколько Скрябин русский композитор, что в нем специфически русского? И так сходу на это не ответишь, потому что действительно, если, скажем, рассматривать это поверхностно, как связь с русской национальной какой-то народной музыкой, да, она в творчестве Скрябина прослеживается, наверное, меньше всего среди всех там, его коллег. Там, у всех, ну, понятно, что у Могучей Кучки, у Рахманинова, у Чайковского, вот это, ну и у Стравинского в таком несколько лубочном ключе, но тем не менее. Вот эти русские народные мотивы, русских народных песен, они постоянно где-то присутствуют. Скрябин этим совершенно не интересовался, и поэтому можно назвать эту музыку такой космополитической. С другой стороны, парадоксальным образом, скажем, за границей, вообще в мире музыкальном, музыка Скрябина воспринимается менее легко, чем наша национальная вот эта вот обычная музыка, именно за счет того, что, может быть, иностранный слух ищет что-то конкретно фольклорное, ну, то есть вот именно что-то такое экзотическое на их слух. И в русской музыке их больше всего и привлекает. А поскольку Скрябин, он все-таки такой более обобщенном, таком, пишет в европейском стиле, то, может быть, поэтому он так и не воспринимается. Но с другой стороны, понимаете, все равно вот такой творец, свободный художник, мечтатель, искатель новых каких-то, не то что даже музыкальных миров, а именно вот творческих миров, вот, поиски к, так, улучшения мира вокруг себя или какой-то такой даже некое мессианство. В этом есть очень много русского в принципе, то есть не в самом звучании его музыки, а в том, какой он был личностью и к чему он стремился в целом. Так что это не такой простой вопрос, как может показаться, и я не готов говорить, вот сам, насколько вот Скрябин он русский композитор или нет, отказывать ему в этом или наоборот его в этом качестве утверждать. Мне сложно. Но вот. Вот, Петр, есть такое мнение, что на Западе Скрябина исполняют чаще, чем в России, что его там как-то больше как бы ценят, что ли, понимают, это так или не так? Вы с этим согласны или нет? Не знаю, как сейчас, но исторически это совершенно наоборот. Наоборот. Да. Если говорить вот так о том, как кого ценят, вот у нас эти фамилии Рахманинов и Скрябин произносят рядом всегда. Вот Рахманинов и Скрябин, Прокофьев и Шостакович, ну, в общем, такие пары равновеликих творцов, которых, в общем, исполняют, ну, почти столько же. Ну, Рахманинов все равно вырвался вперед. Наверное, чаще, да, исполняет. Да, но это объяснимо, потому что это все-таки такой более консервативный композитор и более понятный для такого неподготовленного слушателя. Но, тем не менее, вот эти как бы две фигуры, они равновелики. На Западе, по крайней мере, когда я был молодой, когда приезжал на Запад, в Германию, например, все-таки Скрябин воспринимался скорее как такая экзотика, как такой изысканный композитор для знатоков. Для всех, да? Ну да. И не в том плане, что он там сложный для понимания, нет, но именно вот не все просто знают о его существовании, о том, что он действительно такая крупная музыкальная фигура. Так что нет, были люди, которые его пропагандировали очень много, прежде всего Горовец Владимир Самойлович, великий пианист, который очень много играл Скрябину, но он еще в детстве его видел, то есть его показывали Скрябину буквально за месяц до смерти. Ты слышал его? Да, то есть маленьким мальчиком, там 11 лет, его дядя учился у Скрябина в Московской консерватории и был его любимым студентом. Он закончил у него консерваторию, а потом уехал жить в Киев. И когда Скрябин приехал в Киев в 15 году за месяц до смерти с концертом, то дядя привел Горовица ему показать. Был такой просто талантливый мальчик, и Скрябин его благословил, сказал, что он будет пианистом, и, в общем, как-то его очень привечал. Может быть, поэтому Горовец играл много Скрябина, действительно замечательно играл. Но это все-таки были такие... Он испытывал сложности, конечно, когда он
играл много Скрябина, не все понимали, зачем он это делает, ну, в общем, в Америке, где он жил, в 50-е годы. Так что он сложнее пробивал себе дорогу там. В России же наоборот, к моменту смерти Скрябина в 15-м году, скорее Скрябин даже ценился выше, чем Рахманинов, и был большей композиторской знаменитостью. И в районе революции 17-го года, например, некоторое время Скрябин считался таким самым прогрессивным композитором, и даже большевики поначалу его, не разобравшись еще как следует, ценили очень высоко, как такого красного композитора. Но это очень быстро прекратилось, но тем не менее он просто умер в 15-м году, в тот момент, когда как-то, ну, он, может быть, ему повезло в каком-то смысле, хотя он умер очень молодым, потому что в 17-м году, что бы с ним стало, очень сложно себе представить. Да. Но вот именно в этот момент он умер, и его было удобно как-то использовать всем и рисовать на своих знаменах. А можно так сказать, что Скрябин, ну, предвосхитил некоторые явления, ну, в музыкальном языке 20 века? Наверное. То есть, на самом деле его влияние многие испытывали, особенно молодой Прокофьев очень интересовался им. Но с другой стороны, понимаете, вот Скрябин очень сильно продвинул музыкальный язык, но в конечном итоге оказалось, что последователей-то у него по-настоящему среди великих композиторов уже не было. Был еще такой композитор Николай Рословец, это такой авангардист, который даже немножко зашел дальше в своих поисках музыкального языка, но и все, пожалуй. Потому что эпоха в тот момент очень резко сменилась, и вообще вся эта позднеромантическая музыка. Потому что Скрябин как бы не менял свой язык, он все равно оставался одним из поздних романтиков по обращению просто с музыкальным временем, с материалом. И стало модно совсем не то, вот, совсем все другое, все более такое ритмичное, более жесткое, более, так сказать, урбанистическое в музыке Прокофьева, Стравинского и так далее. То есть даже те, кто в молодости как-то с таким с уважением относился, испытывал явление, все равно не пошли следом за ним как музыканты. Так что в каком-то смысле это такой творческий тупик, куда он пришел. С другой стороны, ну, это прекраснейший тупик, который только можно представить себе, очень интересный. То есть нельзя сказать, что, допустим, предвосхитил поиски там сериалистов, там, может быть, нет? Немножко другой. Нет, но сериалисты в музыке не особенно были. Да, то есть как, скорее как такая личность, как, может быть, музыкальный философ, может быть. С точки зрения музыкального языка, ну, похожие приемы использовал, например, Мессиан. Но это сложная такая музыковедческая тема, то есть такая модальная гармония, там, звукоряды, ну, это мы не будем в это сейчас вдаваться. Но, с другой стороны, ну, Мессиан использовал совсем другие звукоряды, и принцип похожий, а звучание абсолютно другое. То есть это сложно сравнивать. Это просто технические моменты, которые, возможно, кто-то взял на вооружение. Если вернуться к истокам, Скрябин ведь родился в интеллигентной семье. У меня была очень интересная мама, пианистка, потрясающая личность. С которой он был, к сожалению, практически не знаком. Да, она ушла, когда ему был год вроде, да? Вот. И
Я знаю, что, ну, говорят, что он был продолжением в превосходной гениальной степени своей матери, в том числе. И скажите, как, кто его ввел в музыкальную стезю? Кто занимался со Скрябиным? Кто начал с ним заниматься? Ну, с ним занимались его, прежде всего, его родственники по отцовской линии, с которыми он в итоге и остался после смерти матери. То есть там была тетя, был, по-моему, сейчас я могу соврать, дедушка или по отцовской линии, или что-то такое там было, или бабушка. Вот. Но я сейчас могу запутаться, но дело в том, что, в принципе, его довольно рано отдали в кадетский корпус, потому что, кроме того, что это была интеллигентная семья, была семья очень таких традиционных военных. То есть там постоянно все шли на государственную службу. Отец его был дипломатом, но в то время он еще не был дипломатом, он был студентом. Он был очень... Вообще родители Скрябина были очень молодыми людьми. Вот. И когда Скрябину было 5 лет, отец только закончил учиться в университете. И он почти, ну, он не пережил Скрябина, но они умерли в одном году, в 15-м, и отец, и сын. Так что, в общем, эта семья была, с одной стороны, вот такая военизированная, и Скрябина отдали в кадетский корпус, но, с другой стороны, очень традиционно в этих кругах была и любовь к музыке, и к домашнему музицированию. Это было, в общем, в порядке вещей, просто было видно, что мальчик пойдет существенно дальше, чем просто любительское музицирование в доме. И поэтому с ним начали заниматься, занимался с ним Конюз, занимался с ним Зверев. Зверев — это такая легендарная уже личность, у него одновременно учились и Скрябин, и Рахманинов. И, в общем, он стал, получается, ну, для Рахманинова он просто стал главным учителем, но для Скрябина тоже в большой мере. И это такая была действительно великая московская школа. Но это именно как пианист начался у него. И вообще композиторского образования он... Уже не окончил, да? Да, он не окончил, но это такая была известная история. Он сначала учился 2 года у Танеева, и с этим было все благополучно, более-менее. А потом он перешел к Оренскому, и там не заладилось, просто вот... каких-то личных отношений. А почему он перешел, неизвестно. Я ведь знаю, что Танеев поспособствовал тоже первым сочинениям, публикации Скрябина. Почему он перешел? Вот известно это, ли? Это известно, но я, честно говоря, вот сам не помню, почему так произошло. Ну, Оренского он учился уже в консерватории, насколько я знаю. Вот Танеева не уверен, может быть, частным образом все-таки до этого, будучи еще учеником Зверева. Я вот не помню, преподавал ли Танеев в консерватории. Тут надо все какие-то такие вещи уточнить, которые я просто могу... Не хочу в заблуждение никого вводить, поэтому не буду говорить. А что касается Оренского, то там разногласия были чисто такие человеческие, скорее. То есть, не сошлись характерами? Да. Не в том дело, что Скрябин писал какую-то музыку, которая была противна Оренскому, а просто потому, что, ну, он был таким непослушным учеником. Он приносил на уроки не то, что Оренский ему задавал. Оренский задавал ему написать одно, Скрябин писал другое. Вот, и тот выходил из себя. И, в общем, как-то он все-таки был, ну, мэтром, да, и не хотел, ну, хотел какого-то подчинения от ученика, более-менее. А Скрябину было просто неинтересно то, что он ему задавал. Оренский любил камерную музыку, всякие там квартеты писать он ему задавал. А Скрябин никогда в жизни не писал никакой камерной музыки, ни одной ноты не написал. Просто это было неинтересно. И он и Оренскому не писал тоже. В конечном итоге они просто разругались, и все. Но просто это нормальная ситуация, потому что Рахманинов тоже, знаете, до того, как попал к Звереву, его выгнали из Петербургской консерватории, потому что он не ходил ни на какие занятия. И не потому он не ходил, что он был лодырь и лоботряс, хотя тоже немножко в этом возрасте, но просто он не нашел того учителя, который его зажег по-настоящему в нашей консерватории, а нашел Зверева. А Скрябин не сошелся с Оренским, Прокофьев с Лядовым, например, не сошелся. Очень тяжелые у них были в Петербургской консерватории отношения, и трудно сказать, можно ли назвать Прокофьева в полной мере учеником Лядова, скорее всего, нет. А Скрябину такая же история была с Оренским. Так что он закончил в итоге консерваторию только как пианист. С малой серебряной медалью, малой золотой медалью, а Рахманинов с большой, потому что он и как пианист, и как композитор. Ну, в один год. Переиграл руку он уже позже? Да.
да? Да, немножко позже, да. Он как раз вот когда закончил консерваторию, он тут же и переиграл руку, это известная история. Потому что вот есть, знаете, в Москве в консерватории доска выдающихся выпускников, которые были удостоены золотой медали. И там очень много великих имен, но выделяется 892 год, когда выпускниками были одновременно Рахманинов и Скрябин, и все обращают внимание на эти фамилии. А еще там рядом такая фамилия Иосиф Левин, которая уже сейчас что-то говорит только знатокам. А тем временем Иосиф Левин — это был совершенно феноменальный пианист, виртуоз. Ну, можно сказать, кто-то вроде Горовица того времени, который блистал и, в общем-то, поражал воображение. И потом он уехал в Америку, и довольно мало от него осталось записей действительно феноменальных. В советской истории исполнительства его все время обзывали таким лжеромантическим виртуозом, но это просто потому, что он уехал. Потом он там, они еще в этой же консерватории поженились с девушкой Розиной Левиной, которая стала знаменитым педагогом, у которой учился потом Вен Клайберн. И потом он приехал, значит, выиграл конкурс Чайковского, и таким образом какой-то такой круг замкнулся вот в Московской консерватории вот между 92-м и 958-м годом. Так вот, Скрябин очень, конечно, тоже внимательно за этим Левиным следил, ему очень хотелось быть тоже виртуозом. И он взялся за лето выучить страшно головоломные какие-то вещи, в частности, фантазию Моцарта «Дон Жуан». И в итоге он переиграл себе руку просто потому, что он пытался угнаться за Левиным. Это привело к чему? К тому, что он написал несколько очень трагических вещей, таких как «Первая соната», «Прелюдия ноктюрн для левой руки». «Первая соната» заканчивается траурным маршем. Это такая очень действительно для него максимально трагическое произведение. Потому что он думал, что он уже вообще никогда не сможет играть. Правда, через год выяснилось примерно, что он играть может, и, в общем, все не так уж плохо, и поэтому первую сонату он забыл и больше никогда не играл сам. Она резко разонравилась после этой всей истории. Но вот остались пьесы для левой руки, которые потом стали чуть ли не самым знаменитым его произведением. И действительно, это великолепная вещь совершенно, может быть, из всей леворучной литературы самая, наверное, совершенная. Да. Ну, «Прелюдия ноктюрн для левой руки» вы исполняли? Ну, я исполнял вообще все. И «Прелюдия ноктюрн» часто исполнял, потому что это действительно очень хорошо. Вы вспомните, что можете сказать про «Прелюдия ноктюрн», про эти пьесы для левой руки? Ну, это волшебное совершенно произведение. Во-первых, это просто очень поэтичная музыка. Там как две стороны одной медали, трагическая прелюдия, такой просветленный ноктюрн, который примиряет с этой трагической действительностью кое-как. Но, во-вторых, это просто как вся ранняя музыка Скрябина. Ну, с одной стороны, она еще под влиянием Шопена, и там много всяких таких шопеновских интонаций. С другой стороны, там уже есть то, что и отличает его от Шопена. И нервность, и какая-то такая особая изысканность звучания. То, что как раз он потом больше всего и развивал, когда уже отошел от шопеновского влияния. Просто, понимаете, есть много музыки для левой руки, и она часто бывает перегружена. Это действительно бывает слышно, что пианист сражается с роялем одной этой рукой. То есть это уже часто становится таким каким-то этюдом, упражнением скорее. А это именно музыка. И именно она использует возможности инструмента совершенно замечательно. Так что это действительно... И потом она не чересчур многословна, то есть, в общем, ровно той длины, которая она должна быть. Одно действительно из самых совершенных произведений. Скрябин, когда поехал в Америку в 1907 году, он был удивлен, насколько популярна эта пьеса там. Там был какой-то предприимчивый владелец фирм механических роялей, и он наделал бумажных лент. И там чуть ли не из каждого окна он писал в своих письмах, что он слышит эту прелюдию ноктюрн. Это было для него очень интересно. Ну, действительно, до какого-то момента это было чуть ли не самое его популярное сочинение.
В его жизни же важную роль сыграл еще меценат Беляев. Да, он был, можно сказать, эксклюзивным таким издателем. Да? Что вы можете тоже про это как раз рассказать? То есть только Беляев первым, на первом этапе издавал ноты Скрябина? Не, ну первым был Юргенсон все-таки еще в Москве. Но я не знаю, тут трудно сказать, что Беляев или в целом Беляевский кружок. Понимаете, Беляевский кружок — это то, что осталось от могучей кучки. Это Римский-Корсаков, Бородина Скрябин уже не застал, Кюи, Балакирев. Балакирев был немножко в стороне, но в особенности Римский-Корсаков, Лядов, Глазунов, вот этот новый Беляевский кружок, в который Скрябин вошел молодым человеком и сразу нашел там полную поддержку. Вот он был таким любимым московским гостем в этой компании. И они его всячески поддерживали. Им очень нравилась буквально каждая нота, которую он писал. И они корректировали его произведение. У Скрябина были большие проблемы с корректурой. Вот он писал всегда очень совершенно, и всегда его произведения были отточены до крайности. Но с другой стороны, он никак не мог правильные ноты написать на бумаге. Вот забывал там знаки, диезы, бемоли. Я с этим сам столкнулся, когда учил один из редких его опусов, опус 7, «Экспромты в духе мазурки». И я нашел два издания в интернете, тогда еще до меня не дошли печатные ноты. И в одном издании было 8 страниц, а в другом 23. Я думаю, что такое? Как надо, да? Да. Ну, взял сначала первое издание Юргенсона, в котором 8 страниц, стал играть и стал тут же натыкаться на кучу каких-то неточностей, ошибок. Причем там сложные тональности, много знаков и так далее. Вот, в одном музыка повторяется, в одном месте одни ошибки, в другом месте другие ошибки. Надо думать, где правильно, где нет. В общем, я так промучился, скачал то издание, в котором 23 страницы. Это уже раннее советское было издание. И смотрю, а там те же 8 страниц музыки и 15 страниц список опечаток из первого издания. И ошибок. То есть, я сначала тоже думал, что это, наверное, издатель небрежно. А оказалось? Да, оказалось, что это сам Скрябин. Потому что потом я уже прочел много историй про то, как он посылал, например, Римскому-Корсакову корректуру первого концерта, своего фортепианного концерта, первой части. Это была его первая партитура для оркестра. Он вообще тогда еще только начинал этим заниматься. И Римский-Корсаков пришел в ужас от количества ошибок и описок. Вот, он написал Лядову письмо, что сам возить с этим безумным гением, я не могу в этом ковыряться. Каракулик, да? Да, то есть это просто невозможно. Ну и Скрябин, когда об этом узнал, он написал два письма с извинениями Лядову и Римскому-Корскому. Но только письмо Римскому-Корскому он положил в конверт к Лядову, а письмо Лядову к Римскому-Корскому так послал. Ну, Римский получил это письмо, махнул рукой и сказал, ладно, уже все и так понятно. Но, тем не менее, они вот его так привечали и корректировали его произведение. Вообще-то очень симпатичная, если отдельно можно сказать, черта русской музыки. Вот такое отношение к сочинению как к общему делу, да, коллективизм. Это было свойственно, ну, начиная с «Могучей кучки». Вот если себе представить, чтобы там Брамс что-то дописывал за Вагнера или что-нибудь там помогал ему корректировать оперы, вот невозможно себе представить. То есть, западные композиторы, они все одиночки великие, гениальные. А тут просто вот это отношение как к общему делу. И что там, Римский-Корсаков какие подвиги совершал и так далее. Ну, тут есть и обратная сторона, что там Римский-Корсаков слишком уж перекорректировал Мусоргского. Своё вносил, да? Да, немножко выхолостил. А потом в 20 веке это привело к тому, что уже разные композиторы весьма посредственные находили себе возможным там, указывать Прокофьеву Шостаковичу, как сочинять. Это как бы уже такой, как бы обратная сторона медали. Но, тем не менее, вот тогда в Беляевском кружке Скрябину очень помогали. И он до 1903 года мог быть совершенно свободен в своем творчестве. Беляев его направлял очень много. То есть Беляев — это был такой фабрикант, в общем, действительно, один из великих русских меценатов. И он поотечески к Скрябину относился.
он ему сразу положил какую-то совершенно определенную оплату, вроде 100 рублей за любую пьесу, которую он напишет. А пьесы маленькие, Скрябин писал. И потом он давал Скрябину задания какие-то. Вот, например, они заключили пари, что Скрябин напишет 48 прелюдий в разных тональностях. То есть как два раза больше, чем Шопен. Два цикла, как у Шопена. Но он написал 40, сколько, 47? 40? Он все-таки 47. 47 написал. Да. Он не совсем выполнил условия этого пари, потому что он считал, что музыка не должна быть придуманной. То есть придумать он бы мог. Но он хотел все-таки, чтобы каждая из этих прелюдий была результатом вдохновения. Но действительно, он вот отправился в Париж и долго там писал эти прелюдии изо всех сил. И переписка с Беляевым в это время идет очень интенсивная. Он просит у него денег там на пальто. А Беляев его поторапливает и говорит, что ты тут, батюшка, ничего не делаешь. А тот нам говорит, пальто не получишь, да? Наоборот, я тут не разгибаю спины, из-за стола не встаю, вот сочиняю эти прелюдии. Многим тем, что мы имеем, вот эти вот все опусы, мы обязаны Беляеву. Потому что он как-то смог его организовать, что ли. Направить его в творческое русло. И смерть Беляева для него была очень большим ударом. Он, наверное, лет 6-7 после этого был, так сказать, в поиске какой-то твердой почвы под ногами. Потому что, когда Беляев умер, его издательство по-прежнему брало пьесы Скрябина некоторое время. Но потом попечительский совет, в который сходил Римский-Корсаков и Глазунов, пришел к выводу, что у них финансовые дела без Беляева идут очень неблестяще. Они уже не могут выплачивать Скрябину по 100 рублей. И когда он прислал очередные три пьесы, это было по 49, очень коротенькие, они вместе идут минуты полторы, ну две. Вот. Они решили выплатить ему по 50 рублей, потому что уж очень маленькие пьесы. Но при этом как бы поставили его перед фактом. И на этом закончилось это вот многолетнее сотрудничество, потому что Скрябин как-то оскорбился. Он бы, может быть, и вошел в их положение, но если бы его об этом спросили. Вот. Но поскольку этого не случилось, то... Поставили перед фактом? Да, да, то это привело к такой тяжелой переписке, к разрыву уже отношений с издательством точно, но, в общем, в какой-то мере с Беляевским кружком. Но к тому времени уже и Римский-Корсков вскоре умер, и, в общем, они как-то... Их дороги разошлись, потому что Скрябин тоже и эстетически уже слишком далеко ушел от их восприятия. Мистическая составляющая. Скрябин родился в канун Рождества, в сочельник, а ушел вскоре после Пасхи. И всю жизнь считал себя отмеченным особо мистическим знаком. Основываясь на религиозно-философских учениях, он строил планы сочинить мистерию и даже считал себя мессией. Вот как вы думаете, как вы относитесь по поводу... Что вы думаете по поводу этой мистической составляющей композитора? Ну вот это мы сейчас вступаем на такую очень... рискованную территорию для меня, потому что, знаете, с одной стороны, конечно, когда играешь Скрябина, нужно представлять себе всю эту его систему воззрений. С другой стороны, она сама по себе не является такой вот абсолютно четкой, и он говорил в разное время разные вещи. Вот, то есть сформулировать то, что он имел в виду под этим всем,
непротиворечиво, довольно затруднительно. Вот, я как бы боюсь рискнуть это говорить. Но дело в том, что Скрябину просто было тесно в рамках композиторского ремесла. Ему было неинтересно быть великим русским композитором. Его практически под конец жизни перестала интересовать какая-либо музыка, кроме своей собственной, потому что она была для него просто скучна и мучительна. Можно к этому по-разному относиться, но с другой стороны, когда ты создаешь такой совершенно особенный музыкальный мир, такую действительно опьяняющую, удивительную музыкальную ткань, то, наверное, для этого надо быть немножко таким и эгоцентричным человеком, и можно себя вот считать таким единственным в истории композитором, а может быть, мессией. Это вполне возможно. Скрябин тянулся, конечно. Это немножко, надо сказать, он был в этом последователем Вагнера, который тоже начал вот создавать такую музыку будущего, музыкальную драму. Скрябин пошел дальше, он уже не хотел быть именно музыкантом. Ему было интересно как-то преобразовывать вселенную, может быть, да? И если попытаться максимально кратко сказать, «Мистерия» — это должно было быть синтетическое произведение искусства, в котором входили бы и музыка, и архитектура, слова, цвета, запахи, танец. В общем, все, что возможно было. Такое некое, даже уже не музыкальное, а просто такое мистическое действие, в которое должны были бы вовлечены не только музыканты, например, исполнители, но вообще все присутствующие на этом действии. И целью было, оплодотворение такой костной материи творческим духом с большой буквы, что привело бы к такой дематериализации всего вот этой самой материи и переходу в какое-то иное, более возвышенное состояние всей Вселенной, а может быть, к концу света. Как-то это очень сложно сформулировать. И Скрябин сам по-своему это по-разному трактовал. Такое впечатление, что, понимаете, что он как-то от себя отодвигал это все время на неопределенный срок осуществления этой идеи, потому что он, с одной стороны, он был ей захвачен уже лет, наверное, больше 10 лет последних своей жизни. Умер он, как известно, в 43 года, очень внезапно и от какой-то довольно нелепой причины. Но, по крайней мере, он до этого уже года два не сочинял, играл своим друзьям большие куски этой мистерии, только почему-то воздерживался от того, чтобы написать это на бумаге. То есть от нее не сохранилось, очень мало что сохранилось. Какие-то наброски, отдельные поздние произведения, которые считались частью этой мистерии, там, прелюдии из 74-го опуса последнего. Но, тем не менее, вот он не успел ее зафиксировать, потом он сначала думал, что он сразу напишет «Мистерию», потом он пришел к выводу, что нет, надо все-таки подготовить человечество к этому и написать предварительное действие, которое тоже бы шло там 3-4 часа, возможно, и стал готовить это предварительное действие. Но тоже его практически не записал. Его восстановили по эскизам, но это все равно скорее такая вольная фантазия того, что могло быть. При этом окружающие относились к этому, с одной стороны, с интересом, с другой стороны, с пониманием того, что вот это ему необходимо просто для того, чтобы писать музыку. С другой стороны, конечно, и с некоторой иронией, неизбежной в таких случаях. Там, Танеев, например, никак не воспринимал это. Он спрашивал его, если я не хочу конца света, что мне, застраховаться где-нибудь? Вот, для вас не будет никакого конца света. Чего тоже непонятно, а как это не будет, а для кого-то он будет, для кого-то не будет, в общем, непонятно. Римский-Корсаков интересовался разными другими идеями. Он спрашивал Скрябина, а как же там все будут танцевать в оркестре, танец, все, и контрабасы тоже. Там же еще хор 7 тысяч, но это все в этой священной пляске, они сойдутся, да. А еще Скрябин рассказывал ему, что запахи будут неприятные, которые будут потом разрешаться в приятные запахи. Вот эта симфония запахов, и
Римский-Корсаков спрашивал, ну а запах жареного гуся будет? Вот. Ну, в общем, тогда я приду, да? Ну, я тогда приду, да. Тогда это мне будет интересно. Да. Ну, я не знаю, какой там приятный или неприятный запах в этом контексте. Но тем не менее, то есть, в принципе, вряд ли кто-то всерьез действительно это все воспринимал. Вот, пожалуй, четче всех об этом сказал Сергей Кусевицкий, который тоже поддерживал Скрябина очень сильно. Чуть-чуть, ну уже в более поздние времена, начиная где-то с 2009 года, он исполнял его поэму «Экстаза». И он дал Скрябину аванс на эту мистерию, 5000 рублей, и сказал, что... Говорил, наверное, что он просто ждал от него, что он напишет большое, гениальное, как всегда, музыкальное произведение. И говорил, что насчет конца света, что, ну, знаете, когда я исполнял поэму «Экстаза», Александр Николаевич тоже думал, что все в зале впадут в экстаз, и что это будет тоже такое единение. А после этого, ну, пошли в ресторан, и Александр Николаевич с нами пошел, было все очень хорошо. Вот и так будет и после «Мистерии». Ну, просто сыграем, пойдем в ресторан. И понимаете, странным образом то, что Скрябин умер и не осуществил этот свой замысел, привело к тому, что мы теперь можем фантазировать, и мы не знаем. А вдруг действительно это был бы конец света? А вдруг бы не пошли в ресторан? Ну, в общем, что бы это такое было? То есть это остался такой фантом, наверное, один из самых интригующих вообще в истории искусства. Вот эта ненаписанная мистерия. И вот эта овеянность этой легенды, она именно вот результат того, что Скрябин не осуществил, что он вот так на взлете умер так внезапно и... Да еще и на Пасху, но это я не думаю, что имеет как раз это совпадение. Вот очень православным человеком он точно не был. Я думаю, что такие идеи, которые он высказывал, они вообще с этим были не очень совместимы. Но тут вопрос в том, как к этому относиться, понимаете? То есть то ли это действительно главная суть его как творца, вот эти все, эта система идей, то ли это то, что просто... помогал ему в этом его музыкальном вдохновении, и что для нас важно скорее как факт его биографии. Ну вот как, например, разлука Шумана с Кларой Вик, или как глухота Бетховена. То есть некий очень важный фактор биографии, фактор жизни того или иного великого творца, который очень сильно повлиял на его творчество. Но при этом именно вот является ли это сутью его музыки? Для меня ответа нет, потому что я, конечно, когда играл Скрябина, очень много читал о нем литературы и везде видел этот некий дисбаланс в этой литературе, потому что мне казалось, что слишком много пишут вот об этом, о мистерии. Потому что об этом, может быть, в каком-то смысле легче писать. Об этом можно словами выразить гораздо проще. Вот. А собственно, музыкальной стороне его творчества, да, об анализе именно музыкального языка пишут, ну, раз в пять меньше, чем вот об этой интригующей, странной системе взглядов, которую он исповедовал. Петр, а вот Скрябина множество небольших произведений, прелюдии, этюды, поэмы. Вот на ваш взгляд, вот в чем уникальность этих пьес композитора и почему они являются шедеврами фортепианного искусства? Ну, так можно про все что угодно спросить, почему же это является шедевром. Ну, понимаете, очень интересно, на самом деле, следить за эволюцией Скрябина, именно как композитора. Потому что вот он написал 197 произведений, которые входят в 65 опусов для фортепиано, плюс еще написал 7 оркестровых партитур. Вот, всего 204 произведения. Да. И при этом он за 25 лет, которые ему было отпущено творчество, поменял свой язык музыкальный, гармонический настолько, что трудно поверить, что то, что он писал в первых
опусах и в последних, что это мог написать один человек. Но это не происходило одномоментно. Вот Стравинский, он писал в одном стиле, потом в один прекрасный день бросил в этом стиле писать, стал писать совершенно в другом стиле, как поменял, как какой-то змей, который поменял свою кожу. И так это с ним произошло несколько раз. А у Скрябина это происходит очень-очень плавно, очень постепенно, от буквально от одного маленького произведения к другому. При этом соседние вещи очень похожи, а так, если перепрыгнуть через несколько опусов, уже видно, как он нашел еще какую-то краску, еще какую-то гармонию. И, в общем, это постепенно такая эволюция, она очень захватывающая, если особенно играть действительно их подряд. И у меня было несколько таких программ, где я начинал там с 42-го опуса, заканчивал 63-м, а просто такое перерождение, которое совершается на глазах. Ну, ценность не только в этом, конечно. Дело в том, что просто среди этих произведений нет буквально ни одного, которое не стоило бы играть. То есть совершенство их композиции и какая-то законченность, отточенность всего, ну, это признавали все его коллеги, начиная уже с Римского-Корсакова, с Беляевского кружка. Его могли критиковать за что угодно, но за то, что он, его композиторская техника и действительно точность каждого штриха в его музыке была безупречна. Это признавали все. И вот эта миниатюрность, афористичность его музыки, умение в очень сжатые сроки создать какой-то незабываемый, особенный образ, это, конечно, совершенно удивительная черта. Вот у нас в консерватории когда-то преподавал Леонид Евгеньевич Гакель, это такой известный теоретик фортепианного искусства, и он на своих лекциях рассказывал нам про произведения французских клавесинистов Куперена и Рамо, которые тоже писали очень много маленьких характеристических пьес с такими непритязательными названиями, там «Мошка», там, «Кокетка», там, «Мельницы», «Маленькие витрины» и так далее. Ну, в общем, какие-то такие очень мелкие пьесы, в основном для развлечения короля солнца Людовика XIV. Он говорил, что в каждой из этих пьес при внешней незначительности ты чувствуешь рождение шедевров вот в эту самую минуту, когда ты просто слышишь, как она перед тобой разворачивается. Вот она идет там 2 минуты, 1,5 минуты, а у Скрябина того меньше. У него есть произведения, которые идут меньше 20 секунд. Там 2 этюда есть таких у него. Но ты в каждый момент ощущаешь вот эту вот это рождение шедевра. И вот мне показалось, что это можно применить к Скрябину, потому что действительно вот эти все маленькие прелюдии, они удивительно
Ну, там не только маленькие прелюдии, там поэмы, которые чуть побольше, сонаты, которые вообще, так сказать, значительные. Но, тем не менее, вот это ощущение максимальной отточенности, того, что здесь не могло быть другой ноты, что здесь не могло быть их меньше или больше, что это вот именно такое попадание в цель стопроцентное. Это не отпускает совершенно нигде. И при том, что, в отличие от Бетховена, он, скажем, не стремился формальные схемы свои менять. То есть, в принципе, он, его пьесы бывают похожи одна на другую и по смыслу, но всегда он находит в них какие-то такие новые штрихи, новые нюансы. Вот эта тончайшая нюансировка и удивительная нервность и вот, что ли, гибкость музыкального материала. Особый мир, действительно. Ведь мы же, когда думаем о каком-то творце, вот, кто он, вот, великий творец или нет, мы, наверное, надо себя спросить, создал ли он свой какой-то особый мир, который отличен от других. За Скрябине тут вопросов не возникает, он действительно его создал. Он может быть даже слишком герметичный, но тем не менее это в рамках вот этой как-то системы каких-то эстетических его вкусов, это, ну, абсолютное совершенство. Но мне трудно сказать, вот мы как-то трудно, понимаете, почему вот эта соната Бетховена такая великая. Вот это трудно ответить на этот вопрос. Кстати, вот если вот возвращаться вот к сонатам, да, да, вы как-то говорили про сонаты, вообще же у него идет как такой процесс усложнения, да, угу, гармонии. Если вот вы все здесь сонаты играли, да, вот на ваш взгляд, вот можно ли как-то вот проследить или рассмотреть вот этот путь усложнения вот по сонатам, допустим? По сонатам тоже, конечно, можно. Ну, просто сонат 10, и он писал их неравномерно, так сказать. То есть последние 5 — это уже в чистом виде его поздний стиль. Поздние годы писал много сонат. А до этого, ну, одну в несколько лет, и они очень серьезно друг от друга отличаются. Ну, конечно, по ним тоже можно проследить. Просто по прелюдиям это прямо вот как в реальном времени, как такая мультипликация. Да? А по сонатам, сонаты — это вехи скорее такие. Не все, пожалуй, вот, которые, не все сонаты демонстрируют такой вот сдвиг. Ну, хотя, пожалуй, все-таки все. А можно, допустим, сказать, что первая и вторая сонаты — это как бы такой вот Шопен, грубо говоря, вот во всех направлениях, нет? Понимаете, ну, там много, конечно, влияния Шопена, но это не Шопен. Нельзя вообще приравнивать Скрябина к Шопену, в принципе, потому что в его музыке сразу было что-то, что отличало его. Вот эта вот нервность, изломанность. Потом, с другой стороны, такая даже большая, чем у Шопена, утонченность. И потом это с ним осталось. То есть шопеновское влияние ушло, а вот то, что уже тогда было в его музыке свое, он развил до крайности уже в своих последних произведениях. Хотя в первой сонате, понятное дело, поскольку она с траурным маршем, мы можем видеть просто такой взгляд в сторону Шопена. Это понятно. Вообще, в ранних произведениях Скрябина есть несколько случаев, когда ты даже можешь увидеть определенный образец музыки Шопена, на который Скрябин ориентировался в той или иной пьесе. Я не буду перечислять примеры, но тем не менее, какие-то его прелюдии можно прямо сравнивать с каким... Они имеют прообраз музыки Шопена. Но все равно Скрябину удавалось что-то найти свое. Если бы у меня был рояль под руками, я мог показать примеры, но просто поскольку нет, то я уж на пальцах не буду. В первой сонате, да, вот этот траурный марш. Ну, с другой стороны, у Бетховена тоже есть траурный марш в 12-й сонате. Насколько это именно можно считать влиянием Шопена, это просто внешний такой признак. Какие-то шопеновские интонации, безусловно, да. Но даже между первой и второй сонатой есть, на самом деле, различия. Даже внутри самой второй сонаты есть различия, потому что она написана с... Первая и вторая части, там всего две части, написаны с разницей в 5 лет. Вторую он написал на 5 лет раньше и долго играл в концертах, а первую все никак до нее не мог добраться. Наконец уже все его коллеги сказали ему, что напиши же ты наконец. Когда уже, да? Да. И он ее написал. Но он уже за это время довольно сильно продвинулся, так сказать, в своей эволюции, поэтому первая часть там такая гораздо более сложно устроенная. Они друг другу очень хорошо подходят, но тем не менее. Вот, то есть это уже совсем другая музыка, чем первая соната. Вот эта первая часть, второй. Третья — это уже вообще, можно сказать, уже никакой не Шопен.
тоже чистый Скрябин. Это вообще-то одно из его таких прорывных произведений. Можно сказать, что с третьей сонаты начинается уже такое как бы вот усложнение, более проявление именно самого Скрябина. Это сложно сказать. Если по сонатам, то да, но третья соната — это все-таки тоже итог большого пути, который он проделал в прелюдиях десятых опусов. Их мало играют, но там как раз эта эволюция очень заметна. Это просто он там нащупал очень много вот эти как раз те самые опусы, которые его Беляев заставлял писать. И он там нащупал очень много образов, которые он потом использовал. Потому что третья соната — просто итог, она вобрала в себя, может быть, весь его опыт к тому моменту. Потом была четвертая, которая уже появилась после его первых симфонических опытов. Она, может быть, но она все-таки еще родственна третьей в каком-то смысле, но они как две стороны одной медали. Дело в том, что третья была написана еще в те времена, когда он больше писал музыки в миноре и был склонен к таким трагическим, драматическим произведениям. А потом в какой-то момент он стал отрицать минор. Вот просто он сказал, что это все чайковское нытье, оно надоело, мне больше, да, все это мне не близко. Ну, это еще совпало со многими изменениями в его жизни. Во-первых, он все-таки стал уже двигаться в сторону этой своей мистерии и придумал, в общем, наверное, все это. Кроме этого, у него начинался роман с его второй... Шлёцер. Да, женой, Татьяной Шлёцер. Вот. А тут тоже есть такой момент, что первая его жена, Вера Ивановна, была очень талантливой пианисткой, которая много играла его произведения, пропагандировала, родила ему 4 детей. И, в общем, и хотя его на ней фактически женили, его, ну, тот, собственно, тот же самый Беляев, просто хотели найти ему хорошую невесту, чтобы, ну, как-то тоже, чтобы он остепенился. Пристроить. Да, и стал, ну, чтобы у него были более комфортные условия для жизни. И с точки зрения какого-то нормального, в кавычках, композитора, это была идеальная жена. Она ему родила детей, она играла его музыку, хорошо играла его музыку. Она ему помогала во всем. Но был один нюанс, который все портил, потому что она была человеком, очевидно, таким крепко стоящим на ногах в этой жизни. Да, то есть она была таким реалистом, очень здравомыслящим человеком, трезвым. И поэтому, видимо, он не мог быть с ней настолько откровенен, как с кем-то еще, по поводу вот этой своей как раз мистерии, по поводу этих идей. И вряд ли она это воспринимала так уж всерьез. И могла с ним поддержать на эту тему разговор, допустим. А Татьяна Федоровна сразу это все безоговорочно приняла, и вообще приняла его всего, ну, на все 100% со всеми его идеями, со всеми его странностями. И в итоге он к ней ушел. И с одной стороны, это принесло много проблем, потому что Вера Ивановна не дала ему развод. Они так до конца жизни официально не были женаты. И это вызвало всякие неоднозначную реакцию в музыкальных кругах. Он потерял всякие знакомства. Не все это приняли. А с другой стороны, в личном отношении он был совершенно счастлив. И это выразилось в том числе и в том, что он перестал писать музыку в миноре. Его произведения, начиная с 30-х опусов, они почти все в мажоре, ну, за небольшими исключениями. И его музыка от этого производит такое эйфорическое, опьяняющее впечатление. И вот разница между третьей и четвертой сонатой, она уже в этом видна. Четвертая соната, она совсем другая. Она, хотя стилистически в чем-то и смыкается с третьей, но она... Это музыка восторга, то есть это... В ней нет вообще ни одного облачка, может быть. Она такая опьяняющая, феноменально стремительная какая-то. То есть это уже совсем другой человек. И в этом смысле она больше похожа на пятую, чем на третью. Хотя пятая уже по языку другая. А почему он вот к восьмой сонате как-то относился сдержанно? Что-то... Я не думаю, что нет, он к ней... Я... Есть мнение, что вроде как он относился сдержанно к восьмой сонате. Вот... Не думаю. Нет? Восьмая соната просто самая сложная из всех. И по исполнению? Ну, нет. Или на восприятие? По исполнению мне сложно даже сказать, какая соната труднее. В каком-то смысле, наверное, даже первая. Потому что она немножко перегружена всякими фактурными... Ее тяжело играть. А другие, если как-то вникнешь в этот стиль, они примерно на одном, наверное, уровне сложности.
Нет, она сложна композиторски. То есть там более сложные гармонии, там шестизначные гармонии, шестинотные гармонии, многоэтажные такие. Потом ее сложнее выстроить, потому что в ней нет такой явной кульминации, как в других сонатах. Везде есть какой-то такой, такая вершина, к которой ты стремишься, когда ее играешь. А там есть несколько таких всплесков, но в целом она такая длинная и не всегда понятна. Нет, расшифровать ее можно, но она чуть-чуть более сложно устроена. Написана на самом деле последней, то есть она закончена последней. Вообще нумерация сонат позднего Скрябина не соответствует хронологии. Просто их начинал писать в этом порядке, а заканчивал совсем в другом. Но я ничего не знаю о том, чтобы он к ней относился сдержанно. Ну, он не успел ее выучить. Ну, вообще он любил все свои сонаты. Скорее можно говорить о том, что он побаивался шестой сонаты. А почему? Да. Ну, дело в том, что шестая соната, она относится к таким мрачным его произведениям. То, что он называл любимым своим словечком «бедовый». Она явно была связана с какими-то образами нечистой силы. В принципе, и девятая его соната такая же. Девятая соната, она, пожалуй, из всех поздних самая понятная и известная. В ней сюжет очень простой, там какой-то есть чистый образ, спящая святыня или что-то такое, который в начале, ну почти в начале соната звучит в таком чистом и прозрачном виде, а потом потихоньку опутывается всякой этой нечистой силой и в конце концов полностью перерождается в свою противоположность. Ну, в общем, какое-то поругание там идет фактически. Вот это такая мрачная весьма музыка. Вот, а потом в конце она просто стихает и так сказать, прекращается, оставляя один такой одинокий звук в басу. Но эта соната написана чрезвычайно эффектно и ясно, и лаконично при этом. Она, наверное, самая короткая. Поэтому его больше знают. А шестая соната, которую Скрябин побавился, она в принципе похожа на нее. Но только она более подробная и более сложная. И в ней как бы все то же самое, но, наверное, даже еще где-то пострашнее. И вот Скрябин ее боялся и не хотел играть. Говорил, что она слишком бедовая. Играл отдельные ее фрагменты только. Она на концерты не наносил. Поэма «Прометей» — это воплощение идеи света музыки. Вот что вы скажете о философии цветного слуха, да, Скрябина? Ну, понимаете, мне тут тоже сложно, потому что у меня нет никакого цветного слуха, сразу скажу. Вот. Я не вижу этих цветов, которые видел Скрябин. Вполне допускаю, что это может быть. Вот. То есть, скорее всего, это есть. Но для меня это такая немножко завесой тайны история. Известно, что у Римского-Курского тоже был цветной слух, он тоже об этом говорил, но их тональности со Скрябиным не совпадали.
есть они видели разные цвета. Да и сам Скрябин, по воспоминаниям Сабанеева, его друга, тоже постоянно в этой в поэме «Прометей» менял цвета и путался в них. То есть тоже вопрос, насколько все это было точно, то, что он ощущал. Но, скорее всего, это все-таки есть. Я к этому отношусь с интересом, но не могу ничего подтвердить или опровергнуть, потому что я сам, можно сказать, вот, как это сказать, медведь на ухо наступил, не совсем в данном случае подходит. Да? Ну, на что-то он мне наступил определенно. Да. Петр, ну, можно сказать, что произведения Скрябина ну, до сих пор являются современными. Мне кажется, наверное, был бы очень рад этому узнать, как к нему относится сегодня весь музыкальный мир. Мы хотим поблагодарить вас за интересную информацию. Было очень познавательно. Желаю вам успехов, удачи. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо.